Сейчас спасатели смоделировали ситуацию. Остановился подъемник, и с высоты 10 метров необходимо спустить двоих людей. Перед запуском горнолыжного комплекса «Хихцир» надзорным службам необходимо проверить все механизмы и системы безопасности. Отработка чрезвычайной ситуации и спуск людей с высоты подъемника – обязательное условие работы любого зимнего курорта. Через 10 минут начинаем, как поняли. Самое большое расстояние на крительном подъемнике «Хихцира» от кабины до земли – почти 20 метров. На канатной дороге – 55 кабинок. В случае остановки системы, учитывая дальневосточные морозы, сделать нужно все без промедлений. Такая ситуация, ну, практически исключена, она 1 на 1 000 000. Если придется и проводить такие работы, это должно закончиться электричество в стране, плюс должен сломаться наш генератор, который практически новый. И только в этом случае будут приниматься какие-то спасательные действия именно альпинистами. В администрации горнолыжного курорта всегда есть промышленные альпинисты и слесари 2 в 1. Но в случае ЧП к ним присоединяется аварийно-спасательная служба Хабаровского края. Ребят, предложение. У нас тоже ребята верхолазы уже эти процессы как бы изучали. Иди раз показывай. Вы спасатели, мы промышленные альпинисты. Давайте. Техника специфична, нюансов много. Например, при остановке канатной дороги крыши подъемников в целях безопасности пассажиров блокируются. Надо их сначала зафиксировать. Если ты эту упору пойдешь, ты чуть колебнется, и грядка вот эта вся улетит вниз. Вы их отсюда не зафиксируете, вам будет пузырь мешать. Нам всего не пузырь. Я должен как-то открыть этот пузырь. Смотрите, он открывается сверху с ролика. Такие учения по регламенту проводятся не только перед запуском горнолыжки, но и каждый сезон ее работы. Сейчас мы проходим комплекс мероприятий для постановки канатной дороги на учет как опасного производственного объекта. Вот. Подготовительные мероприятия – это документация необходимая оформляется, ну и физические испытания еще. Это будет завершающий момент уже? Все да, и после этого мы уже полноценно можем эксплуатировать канатную дорогу. И будем готовиться к открытию. Марианна Гейт, Степан Крокус, «Смотри Хабаровск».